В Чебоксарах начала работу окружная конференция нейрохирургов. Традиционно она проводится каждый год в разных субъектах ПФО. Выбор Чувашии не случайен. Нейрохирургической службе республики исполняется 50 лет. В 1965 году на базе Республиканской клинической больницы было открыто новое отделение на 25 коек. За эти годы врачи республики не просто провели тысячи операций, но и завоевали высокий авторитет у коллег из других регионов. Должен отметить то, что на общем фоне, я располагаю материалом по всем 14 областям, на общем фоне республика выглядит очень неплохо. И самое главное, что очень значительный прогресс. Потому что это у нас не первая здесь конференция. Где-то, наверное, порядка 6-7 лет назад была. И, конечно, есть чем сравнивать. Это самое главное. Сегодня задачи и перспективы службы нейрохирурги обсуждают вместе с травматологами-ортопедами. Они часто встречаются за операционным столом. Кстати, совместная операция пройдет и в рамках научно-практической конференции. Мастер-класс проведут нейрохирурги из Челябинска.